Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! С вами канал «Делюсь обо всем». Купила себе такую вот красавицу, красный гигант, крупноплодный редис, фирма «Элита», фирма хорошая, семян насыпано прилично. Хочу вот через недельку посеять теплицы. Мы теплицу будем накрывать сверху, потолок у нас раскрытый на зиму, накрывать, и я хочу ее посеять теплицы. Так, крупноплодный сорт, урожай осеннего сбора, может храниться 3-4 месяца. Я в прошлом году, в 23-м году, выращивала и редис, и репу, и прекрасно еще до сих пор хранится. Кушаем салаты, очень вкусно. Можно будет попробовать еще купить и для осеннего сбора. 3-4 месяца, это в октябре убираешь, ноябрь, декабрь и январь, прекрасно может сохраниться. Так, ладно. С высокой урожайностью до 3 килограмма с квадратного метра. Сорт среднеспелый. Формирует урожай на 30-й день, 25-30-й. Устойчив к стрелкованию. Масса плодика 30-40 грамм. Мякоть белая, сочная, хрустящая, приятного, слабоострого вкуса. Это уже очень хорошо. И есть редис слабоострого вкуса, называется «Смак». В прошлом году его было очень много в магазинах грядка. В этом году я не могу найти, никак не могу найти. Тоже похожий, такой же крупноплодный, похож один к одному. Это самое, на красный гигант. Красавчик, что не говори, красавчик. Я довольна, что я нашла такой сорт, но я недовольна, что я купила его мало. И он и недорогой, где-то 27 рублей пачечка. Но надеюсь, вот скоро поеду снова в магазин грядка и еще пачечку возьму. Так, ну вот и все, мои дорогие друзья. 3 грамма сразу чувствуется. До 27 года срок годности, семена 22 года. Ну, посмотрим, сохранность у редиса всегда очень хорошая. Ну, вот и все, мои дорогие друзья, познакомила вас с сортом редис «Красный гигант», который буду выращивать в теплице. Ну, а что останется, попробую вырастить в открытом грунте. И хочу, мои дорогие друзья, в яичных лотках попробовать. Дно лотков яичных обрезается, и это самое... И выращивается. Но это будем экспериментировать. Эксперименты наши еще все впереди. Подсыпала вот перчик земельки. Это у меня перчик мачо. Редить не стала. Пускай два вместе растут. Он и так узашел. Реденько. Было 20 штук. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13 штучек. 7 штучек не взошло. Ладно, не беда. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Познакомила я вас с таким прекрасным сортом редиса. Красный гигант. Его я не выращивала, но подобный ему сорт «Смак». Если встретите, покупайте, не пожалеете. Очень вкусный, он не сильно острый, что это плюс. Пока.